Новую инфекционную больницу построят рядом с Оренбургом за 2 миллиарда 700 миллионов рублей. Из этой суммы 2 миллиарда составят средства из областного бюджета, остальное профинансирует бизнес. Инфекционка будет рассчитана на 186 пациентов. При чрезвычайных условиях количество мест можно будет увеличить до 379. Острая потребность в новой инфекционной больнице возникла во время пандемии коронавируса. Яркая эта история, конечно, для меня высветилась в 2020 году, когда мы вошли, к сожалению, то, с чем сейчас наши медики борются, очень отважно и активно, я про коронавирус говорю. Тогда мы, конечно, увидели, насколько мы не готовы, вот именно с точки зрения инфекционной составляющей, в здравоохранении. Новая больница поможет нам качественно и эффективно оказывать современную помощь инфекционным именно пациентам. Кроме того, я надеюсь, что она разгрузит соматические стационары, которые в данный момент заняты инфекционными пациентами. Отметим, что в Оренбурге уже есть инфекционная больница. Однако находится она в удручающем состоянии. На это обращала внимание и председатель Союза женщин России Екатерина Вахова, которая не так давно побывала в Оренбурге и посетила некоторые социальные объекты. Стыдно, что у вас на сегодняшний день в области нет нормальной инфекционной больницы, ни детской, ни взрослой, я насколько поняла. Я так думаю, что этот вопрос поднимает, но надо сейчас определить приоритеты. Надо закончить областную больницу. Одним из главных факторов, почему Оренбургу нужна современная инфекционная больница, является повышенная транзитность региона, считают в областной инфекционной больнице. Главврач Андрей Попов считает, что через Оренбуржье проходит множество автомобильных и железнодорожных путей, и потому вероятность занесения к нам опасных инфекций очень высока. Наша область может стать объектом, куда может быть заноситься какие-то новые инфекции, в том числе там особо опасные. И этот госпиталь, он как раз-таки подразумевает, имеет возможность, точнее, в полном объеме квалифицированно оказывать помощь именно вот инфекционным пациентам. Что касается других медицинских учреждений, в этом году по всей Оренбургской области отремонтируют 170 объектов. Но успеют ли вместе с этим возвести новую инфекционку, сказать сложно. В правительстве хоть и говорят о рекордно коротких сроках строительства, конкретных дат не называют. Строительство обещают начать в ближайшее время. Александр Кацун, городской телеканал ЮТВ.